Россиянки сыграют в финале чемпионата мира по бильярду «Свободная пирамида». Сегодня в столице Югры состоялись два полуфинальных поединка. За первым столом успех праздновала восьмикратная чемпионка мира Диана Миронова. Она убедительно переиграла соперницу из Белоруссии со счетом 6-2. В финале она сыграет с москвичкой Илиной Нагулой. Та, в свою очередь, победила еще одну бильярдистку из Москвы Марию Карпову со счетом 6-3. Финал состоится завтра в 12 часов по югорскому времени. В принципе, я довольна, так как я заняла третье место. Вот. Ну, хорошее начало было, немножко смазанная концовка и конец середины встречи. Вот. Какое-то волнение было, какой-то мандраж. Вот. Ну, в целом, в принципе, то, что я в тройке, это уже хороший результат, я так считаю.